В туалете. Да, не был ты в туалете. Если бы ты был в туалете, я бы тебя убил. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка Окрошка, Серега Корсик, Комик Санс. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Приветики, облетики! Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Ваша любимая рубрика «Аниматроники пугают охранников». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем пугать пацанов. Так. Серега, офигенная карта! Хочу сказать, ребята, что эта карта вышла сегодня. Это прям свежачок, еще никто ее даже не записывал, я первый. Карта FNAF, тут по идее даже все кнопки, все работает, да, Серега, на карте? Вроде да, есть камеры свои. А, кстати, да, там есть... Пасхалочки. А камер много, Серега? Да. Подождите, у меня же есть другой режим. Во-во-во-во-во. Да надо, надо, это очень крутой режим. Ребята, помните эту песню сейчас? Офигенная озвучка. Подождите, я... Ага, на shift. Ты что, старый дед, что ли? Уходи. Эй, а вы сейчас все равно дверь откроете? Нет. Нет. Да, да. Дима, я тебя вижу, вон твой крюк торчит. А что, камера на меня направлена? Да. Вот жопа. А нельзя камеру удалить? Блин, камеру нельзя удалить. Нельзя. А вот так ты меня видишь? Вижу локоть твой, вижу зубы твои. Да перевязь. Нифига, что это за обзор у камеры такой, это не должен меня быть видеть. А тут окно, ты не видишь, тут окно есть, я еще через окно палю тебе. Серега, тут же есть еще что у нас, вентиляция, да, у вас есть? Да. Хорошо, я понял. А, как-то странно он лезет. О, ты что, у меня оставили жертву? Один ошибся, все умерли. Так он в маске. Выходи. Так, подождите, подождите. А еще какой режим есть? Ой, вот это вообще классный режим. Сейчас. О, это уже обычные. Вставай, шашлык. Какой шашлык? Вот такой. Никого нету дома. Я буду стучать. Блин, классная анимация, ребят. Очень круто сделано. Так что ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. По башке себе постучи. А я это не стучу, а прям как шкрябаю. Офигенно, да, анимация? А вон твою руку видно. Зачем ты открыл? Ну вот так вот, видите, кто-то из вас косячит, и вы погибаете. Косячник ты. Так, давайте возьмем другого аниматроника. У нас же их просто очень сильно много. О! Серега, а тебя слышно это? А ну слушай. Конечно, спрингтрапа взял. А ну тебе слышно этот звук? Да. А ну-ка, какой режим еще есть? Других нет режимов. Да, классный спрингтрап. Серега, если ты увидишь, кого я взял, то ты, конечно, будешь или плакать. Или эндотрап, или спрингбони. А кого я там видел? А где ты? Покажись. А я это спрятался. Я не ухожу от того. Серега, кто это так делает? Я не так далеко. Purple Guy. Блин, да, с того же рубрику угадай аниматроника по звуку не запишешь. Я вижу на камере. Кстати, завтра выйдет рубрика угадай аниматроника по тени. Вышли новые рэгдоллы. Серега, вышло рэгдоллов 60 новых. О! Ты был без маски, я реально видел. Ты был без маски. Ну вот уж, если ты не умеешь играть за охранника, зачем ты взял охранника? Я видишь четко, как играю. Слышь ты, Фредди, блин. Серега! Да. Открывай, я уже добрый. Нет, не открывайте, ребята. Не, я добрый. Я не буду убивать, я вам серьезно говорю. Давайте дружить в этой серии. Я в маске был. Да? Да. Так что, Дима, хорошо. Сейчас я тебя убью один раз. Стой, Серега, ну ты что, такой злой вообще? Не, я добрый. Ты где, Дим? У меня для тебя подарок. Все, давай, выходи, подлый трус, я тебя не боюсь. Так, боюсь. А где ты? А ты где? Я в туалете тебя жду. В
В туалете нет у тебя, я только ты, что... Не, ты не был в туалете, что ты врешь? Ты был в этом. Я был в туалете. Да, не был ты в туалете. Если бы ты был в туалете, я бы тебя убил. Вот это круто! Вот сейчас начинается самое интересное. Это точно, аниматроники пугают охранника. Четкая серия. Ну что, ты идешь? Ты говно. А ты стреляешь синим не... Представь, я могу быть же на потолке или возле люстры где-то. Ты никогда не думал? Какой люстры? Ну я не могу, я могу не по вертикали сидеть, а чуть выше карты. Ты стреляешь не туда. Серега, я говорю, ты не туда стреляешь. Еще б чуть-чуть. Еще б чуть-чуть, он бы меня... сам же ставил там будка из для Фокси. Ты даже не подумал, что я могу туда залезть? Серега, ты... Это самое крутое, что можно придумать. А я иду Сережечку мочить. Все, можешь Серега уже ждать, я к тебе сам иду. Ты ждешь? Да. Я иду. Где ты? Так тебя ж нету в офисе, ты крыса. Иди, выходи. Я в офисе? Нету тебя, что ты врешь? Да. Ты думаешь, я специально заныкался, чтобы ты... Убиваешь? Ой, убивай, убивай. Где ты меня мочишь? Серега, ты готов умереть еще раз? Да. Давай, выходи. Тебя убить. Выходи, выходи. Подлый трус. И слышишь, Серега, я слышу запах дерьма. Ты приближайся, да? Это очень весело, ребята. А я видел его. А где я был? Где он? Он в углу стоит. Ой, я извиняюсь, обстоятельства. Ну зачем ты мочишь своих, Серега? Я понял, кажись, где Дима. Это очень круто, это очень круто. Блин, самая веселая серия, аниматроники пугают охранника. Ого! Представьте, насколько можно примитивно сидеть на каком-то месте, а у тебя человек не может найти. Но это очень весело. Автокабака. Отлично, отлично. Я вообще тебя не трогаю. Можно мне, пожалуйста, админский пистолет? Я знаю, где он. Не, я не пойду. Не, ну Серега, ну почему ты меня не можешь убить? Пожалуйста, убивай. А ты где находишься? Я тебя понять не мне могу. Мне кажется, ты он в подсобке. Блин, слышишь, я сейчас тебя буду сильнее убивать, если ты будешь полидея. Вот он, вот он. Ах ты тварь! Да блин! Так, ребята, сейчас мы возьмем аниматроника, который даже что-то мажет. А вы знаете этот, у Бонни же есть бабка? Да, Гренни. Да, а ты откуда, ты знаешь, да, эту бабку? Да, Гренни. Опа-на. Это что означает? То, что она сейчас это нас ест. Подожди, подожди, а я могу? А я могу как-то поломать окно это вонючее? Нет. Уйдите. Серега! Отлично! Бабка Гренни, свою миссию выполнена. Теперь я зову своего другого родственника. Знаете, кто еще родственник у Сияния? О, у аниматроников. Какой? Я зову, короче, своего дедушку. Джейсона. Да. Пусть будет Джейсон. Дедушка Джейсон. Это не Джейсон. Отойди. А кто это? Это аниматроник какой-то. Согласен. Серега, кто идет по твою душу? Нормально. Тваря! Боже, как я испугался, у меня аж брови зачесались. А я тебя убил? Представляете? Да, ну... Получается, кто? А кто быстрее? Я тебя убил или ты меня заморозил? Или мы одновременно? Я тебя заморозил. Мы, ну, по идее, одновременно. Представляете, как мы с Серегой хотели друг друга убить? Так, не трогай. Не трогай. Ну, получается, я проиграл. Ну смотри, Дима, ты паришь. Отлично. А вот теперь я буду тебя мочить, Серега. Иди сюда. Я даже летающий тебя убью. Говорю, убью летающий.
Давай, Сережечка, иди. Отлично. Дима, у меня для тебя сюрприз. Какой сюрприз, я тебя убью. Отлично. Блин, я хочу как-то шевелиться. О. Что со мной? Что со мной? Получается, я могу режимы переключать замороженные? Это странно смотрится. Да. Сережка, ну Серега. Ну что вы умираете? Отлично. Так, ты получишь... А как же мне возродиться? Никак. Да как это никак? Ну так. Не-не. Дим, я тебе помогу с этим. Давай, давай. Выходи, вот, мне этим пистолетом размораживай. Видишь, в зале. Видишь? Ого! Ты взорвешь сейчас? А я ж не разморожусь. Да разморозишься. Куда ты едешь? А я не разморозил. А, разморозился. Спасибо тебе, Серега. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. Посмотри мои ролики еще.